Всем привет, это все еще 19 июля, и сейчас я, после того, как починил работу электрической розетки, вот ноутбук работает, вот машинка заряжается, я сейчас пойду заниматься стиркой. Вот порошочек, который мне приготовлен, а вот барахлишко, которое сегодня будет подвержено процедуре застирывания. Я, кстати, еще подумал, надо бы, наверное, взять еще вещичек, потому что там норма загрузки 5 килограмм. Барабанную машину. А место пропадать зря будет. И неплохо было бы чего-нибудь туда еще положить. Идея только что мне пришла. Так что извините, я сейчас буду освобождать свои штаны от вещей. Ну, заодно вы посмотрите, что же в карманах у меня в джинсах водится. Так, ну вроде бы все. Вот эти вот джинсы, которые я сейчас потрошу, пришли мне из Англии. Я, как и вам говорил, купил их за 5 фунтов. Сейчас курс фунта примерно равен 1 евро. И поэтому за эту сумму я получил эти штаны. Единственное, что меня в них немного разочаровало, так это ширинка, которая почему-то застегивается на пуговицы. Не знаю уж, для кого это сделано, может быть, кому-то это очень удобно, но для меня это никакого удовольствия не доставляет. Так, ну сейчас я камеру положу тогда на пол, как-нибудь боком, и упакую вещички в сумку, потому что нести их в руках никакого удовольствия не доставляет. Так, вот барахлишко упаковано. Беру порошок фирмы Клевер. Это такой внутренний бренд одного из чешских магазинов. Так, теперь надо взять ключи. Вот, кстати, тут брелок, который мне подарили. Тут брелок с фонариком. И сейчас мы идем на стирку. Так. Сейчас вам сразу заодно покажу, в чем заключалась починка электроэнергии. Вот здесь находится щиток. И в нем просто упал один из предохранителей, который как раз таки в моей комнате отвечал за розетки. Так, идем сейчас на первый этаж. И там еще спустимся в подвальчик. Идем, идем, идем. Сейчас времени около часу дня. Поэтому там должно быть свободно. Пришли. Здесь вот стоят вещи, которые могут использоваться для мытья и стирки. Что-то тут делают у нас сегодня. Ничего, я думаю, это не помешает. Открываем подвальчик. Так, вот тот ключ. Включаем и входим. Так, это специальные корзинки, в которые можно складывать те вещи, которые уже постирались. Так, а вот сама техника. По бокам стоят сушильные машины. Вот одна, вот вторая, вот сами стиральные машины. Как раз такой стиральной машиной я сейчас и воспользуюсь. Так, так, все работает хорошо. Вот мы видим, что электроэнергия подается, раз она включается.
Открываем. Немного она повреждена от времени, но нам это тоже никакого дискомфорта не доставит. Теперь туда барабан. Вот на все вещи. Вещей достаточно много. И потом зададим программу стирки. Так, вроде бы все положили. Закрываем. Теперь будем бодяжить. Поскольку порошка у меня тут мало, поэтому я его весь высыплю, чтобы ничего не оставалось. Вещи у меня разные, поэтому я программу задам какую-нибудь минимальную. Вот на 40 градусов поставим. Это будет занимать стирка. Сейчас 20. Жмем кнопочку. Все, машина зашуршала. А потом я буду пользоваться сушильной машиной. Это режим глажки. Так, это старт, это секундомер. Сколько хочешь, столько ставишь. Это полностью автоматизированная машина, поэтому здесь не нужно дополнительно выливать воду. В то время как в этой необходимо слить воду, почистить фильтр и тоже сделать аналогичную процедуру. Ну, на этом пока что все. И пойду к себе в комнату ждать конечного результата. Всем пока, увидимся. Так, ну продолжаем нашу стирку. Видим уже, что мой комплект белья уже постирался, и сейчас я его буду ложить в эту сушильную машину. Здесь у меня фильтр, в котором скапливается различная ненужная тканевая прослойка, которая остается. Так, а это фильтр, в который скапливается вода при сушке. Я уже ее слил в ту раковину. И сейчас этот фильтр вставляю обратно. Так, теперь мне нужно достать мои вещи и переложить в сушилку. Так, вещи я уже положил. Закрываем эту машину. Я тоже их пользуюсь первый раз, поэтому посмотрим сейчас, как она работает. Так, я так понимаю, нужно поставить режим сушки. Поставим 1 час. Так, не нажмем. Так, это нажато. Нажмем пуск. Барахлишко уже начало стираться. Ну и на этом все, я так понимаю. Потом нужно будет прийти его и забрать. Всем пока. Увидимся. И напомню, что это видео можно скачать на сайте video.davnojdu.ru. Приходите, подписывайтесь и смотрите подробности моей чешской и пражской жизни. Всем пока, увидимся.